Двери образовательных учреждений в зимние праздники останутся открытыми для детей. По специальному расписанию педагоги будут проводить различные мероприятия. В каждой школе есть собственный график работы на каникулах. Помимо традиционных праздничных утренников и концертов, запланированы викторины, тематические встречи, походы в кино и музеи, на спектакли, общегородские мероприятия, прогулки на природе. Порядка 3000 школьников побывают на экскурсиях по краю и за его пределами. Спортивные школьные клубы и секции сохранят привычный график работы. Их посетят более 8000 юных анапчан. Старшеклассникам предоставят возможность продолжить подготовку к единому государственному экзамену. Задача сделать так, чтобы любой при желании мог найти занятие по душе или нашел новое увлечение. Максимально охватить занятостью детей, максимально, особенно детей, которые у нас стоят на различных внутришкольных учетах, детей трудной жизненной ситуации. Для таких детей у нас не просто какие-то мероприятия, а уже оговоренные с ними мероприятия, куда их персонально приглашают и что им предлагают. Кто один раз пришел, тот в следующий раз обязательно приходит, потому что действительно мероприятия делаются интересные, не для галочки, а интересные, чему-то учат, что-то показывают и заинтересовывают.